Аламерт представляет. Хотите начать бесплатно играть в World of Warcraft и сразиться с легендарными боссами? Тогда скорее переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на проекте наших друзей WoWSirus. Недавно на нем обновился редактор создания персонажей, и кастомизация стала еще вариативнее и проработаннее. Также каждый месяц мы проводим сходки, на которых ходим в данжи, рейды, рпшим или качаемся с нуля, тем самым помогая новичкам. Всех жду! Новые эксклюзивные расы, локации, боссы, возможность играть за ренегатов, третью PvP-фракцию, которая воюет против всех. Также проходят турниры с довольно крупными призовыми. Также вы уже можете играть за новую расу, Драктира, которая наделена уникальными способностями. Повторюсь, ссылка для регистрации на Сирус в описании. Зови друзей и вместе покоряйте Азерот. Блин, меня Лорд Гора бьет. Не орат, меня Лорд Гора бьет. Гомоните, идиоты тупые. Надо самую конченную игру выбрать, сейчас я ее выберу. Опа! Все сюда флажок ставим, самая конченная. Это флажок уже нельзя. Ой, мама моя, я ненавижу эту карту. О боже, тут еще время идет, что ли? Это хард. Я вообще ничего не вижу, куда я иду за этих белых. Давай, Танёк, тащи. Вы погибли. Это нереально, что мосты сейчас появятся. Твари, вон. Это одновременно их, что ли, убивать? Я не помню, по-моему. Короче, надо всех довести до... Да не убивайте! Да, до лоу хп всех довести надо. Меня убили. По команде надо их всех расстреливать одновременно. Фокусьте тех, у кого много хп. У вас фонтаны еще есть. Ой, я не могу на это смотреть. С первого раза не вышел, но первый, блин, клоун. Давай, Дима, ты справишься. Они сбашат меня. Я пошутил. Пей, пей вон там немножко воды. Ай. У нас 4 шанса, мы на последний будем тащить, мне кажется, шансе. Что это такое? Благодать. Способность, нам нужен хил. Только каким хоткеем он, я не понимаю. Кто танчить будет? Я взял пассивку. Я не понимаю, каким хоткеем, я все перепробовал. Ауру выносливости взял, короче. Я корни возьму. Кстати, да, возьмите кто-то духа воды, я думаю, самоны норм тема. Не надо, я тебя не бил, бей волков. Короче, я баш взял и корни. У вас хил есть? У меня благодать есть. Только я не понимаю, каким хуткеем. Т! Да, вот это. Нет, у меня Т призываются волки. А это АОЗ будет. Ага. Тут герои еще есть, ё-моё. Я ничего не вижу. По лайнам распределитесь. А, тут еще и лайны я не заметил. Да. Попустите меня, сейчас убьют, блин. Попустите. Сейчас. Вот вам игра Simple AOS, ваша любимая. Давайте затыкаем этих. Ой, у нас на базе два говнолома. Ой, мама, что ж делается? Что ж за хард? Шмотки надо покупать еще. У меня 20 рубля. Так, ну надо цирклетами закупаться. Так, знаете что? Я вот думаю, что Измаил, он очень хорошо в доту играет, поэтому ему 20 рублей. Нам нужны пушеры, ребята. Нам нужно пушить. Ладно. Низ сломали. Можно мид тут пробить. Можно. Они атакуют. Мне кажется, мид не надо. Миду меньше всего места. На, держи еще. Купи что-нибудь. О, кстати, спидскролл надо купить. Понимаете, мы можем пропушить под спидскроллом один лайн. Пошлите на медок все вместе. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну давайте попробуем задавить. Ой, попозже. Меня убили. Главное, ага, задавить. Вот, а я все не резаю, все? Да. Да. Херово. Минута 55, наверное, напоминаю. Там есть инву, я под инвулом, короче, пошел. А нафига я Диме деньги скинул, если он умер? 7 секунд, это мало. Я только туда пришел, меня убили. Я под инвулом.
Тебе конец не рада. Куда ты идешь? Даня, как ты мог просрать, ты же дотер? Пошел просто. Круто, защитили бот, что дальше? Цель-то вражеские разбить. Все, через 3 секунды у нас... У вас осталось 3 шанса на... 2 хила давайте возьмем, остальные. Кто еще хил? Я взял хил. Я еще... Ну я умер уже. Кто отжал паузу? Надо было реально... распределиться, кто повторяет паузу. Ну не надо было это. Не вызвался после меня продолжить. Да все, умирайте, вы не снесете это хп никогда. Это чё? А, это надо просто успевать их убивать. Кого? А, боже. Я хз, надо по идее распределиться по секторам, что ли? Да-да-да. Я вообще ничего не понимаю, что делается. Надо распределиться так, чтобы каждый максимально много занимал точек. Одного убили. Еще одного, все. Ну это жесть, на ДРМК. Я на первый же сольюсь. Я просто подожду, выпущу вас всех вперед, потому что каждый раз толпучка. Я тоже. Я тоже. Дожду, но времени 3 минуты. Ладно, я пошел вперед. Ёп! Я умер. О, все, Синтер дошел. Я же говорил, что я от первого умру. Это уже скорее получается, что игрок это жизнь. Мне надо идти там вместе. Да, под... да. Не, ну это реально невозможно. Вот эту ты не пройдешь ни за что. Последнюю белую. Ее никто не пройдет. Как? Налево поворачиваешь. Вот тут надо встать, наверное. Подождать, пока она вниз уйдет, а потом плотку пройти. Ну вот, мы выиграли. Выиграли.